Проверяем, сколько стоит яйцо. О, ни хрена себе, 10 тысяч яйцо стоит. Они прям ждут, они тоже хотят минца, наверное. Алкаши, блин, мы набежали. Хилка, я пошел дрелить. Просто отходом. У нас спецназ, фургон идет, Ярик. Просто нахрен расстрелял картину такой. Я понес. Чувак, здесь пришел какой-то заряженный. Пацаны, ну не мешайте. Чпоньк. Всем привет, дорогие друзья, с вами ваш Дакстер. И сегодня с мистером Аяксом мы возвращаемся в однорукого грабителя. Всем привет. У нас новые уровни, а именно Pegasus Museum of Art. Поэтому можем его стартовать. У нас тут примерная, как бы, наша нажива, да, от 90 до 110 тысяч долларов. И главный объект, естественно, Мона Лиза, который мы должны успешно забрать и перенести в наш фургон. Так, я, соответственно, нажимаю кнопочку. Слушай, а может мне что-то вкачать, кстати? Я в предыдущей серии ты показал, что такие возможности есть. А деньги не трачу. Кстати, я думаю, что Мона Лиза вряд ли в нашу сумку поместится. Да? Придется в руках нести. Ну, кстати, возможно, да. Но я уже поставил себе прицел на ЮСП. Что касается скиллов, за 50 тысяч могу купить 10% коммунашки, хпшек, 20% на реген. А я могу, кстати, тоже что-то прокачать. О, могу на М-ку кушать поставить. О, слушай, это имба. А я, наверное, и магазин увеличенный. Не хватает. А, наоборот, не увеличенный. Так, 50 тысяч это прицел. Да, с 4 уровня открывается глушак, это 5-й. Я пока что еще 3-й с половиной уровень, так скажем. Ну, в принципе, может взять прицел. Рано или поздно тоже пригодится. И какой-нибудь скилл тоже вкачать. А именно восстановление хпшек за 75 тысяч. Слушай, нормально, все. Я готов, жму ready и поехали. А я, короче, ньюс пришел прокачать. Поставил доп. Увеличенный магазин, поставил ручку специальную. Поставил подствол туда чисто этот. Да, гранатомет, пулемет. Сейчас просто USP будет как базука. Окей. Так, и мы, соответственно, появляемся уже в ночной локации перед нашим музеем. У нас сегодня такая, знаете, очень высококультурная серия. Мы будем смотреть на... огромный. Да, слушай. Мы будем смотреть на какие-то шедевры кинематографа. Шедевры искусства, скульптуры, изобразительного какого-то рисования, шедевры. Но также, возможно, и кинематографы. Не знаю, может, какие-нибудь будут постеры, плакаты к фильмам. Отлично. Ой, я украл, Миш, пошли. Уходим. Это как раз та самая Мона Лиза. Чисто в мусорном баке лежала. Так, а мы здесь войти можем? А закрыто? Нет. А потому что ночь. Это ночь. Логично, давай да. Осмотримся сначала. Давай. Как вообще обходить? О, посмотри, тут офис. Но, кстати, никого нет, все ушли спать, логично тоже. Ну да. Реализм, напоминаем, в этой игре просто на первом месте. Угу, смотри-ка. Здесь как-то можно. Смотри, я запаркурил, все, до свидания. Я пошел. Как ты так сделал? Я профессионал. А я не могу так сделать. Можешь чуть-чуть погромче говорить? Что-то стало плохо слышно. Да, прошу прощения. Вот, отлично. А вот с этой стороны лучше, да. Ага. Да, вот. Так, и здесь уже лишь палят. То. Ну, появилась restricted area, типа. Так еще и окно закрыто, как вы, что нам сюда, что нам это даст, что мы туда попали? Ну, да, тоже верно. Какая-то useless штука. Так, ладно, пойдем дальше. Идем дальше, да. Может, какой-нибудь подкоп можно сделать? Да, я, кстати, тоже подумал, какой-нибудь подвал, заход через низ. Все возможно. От мусорный бак, крысы, мухи. Вот, слушай, сюда нам надо. Вот две двери, смотри. Одна без лампочки, другая с лампочкой. А лучше без лампочки, мне кажется, идти, чтобы не так палено было. Ну окей, сюда принесем отвертку без проблем. О, тут даже какой-то чемодан с инструментами, но отвертки здесь, скорее всего, нет. Было бы здорово, чисто рядом с закрытой дверью уже лежит отвертка. Небольшой намек. Да. Окей, мы вроде как обошли кругом это все здание. Че, я предлагаю надевать экипировку? Да, можем уже потихоньку действовать. Надеваем экипировочку. Берем, соответственно, с собой отверточку. Отверточку в сумочку. Да, я думаю, дрель нам здесь вряд ли понадобится. Ну, если только мы не просрем. Ну да. У нас на, как бы, любой случай есть запасной план. Это просто, конечно, отсутствие стелса и жесткий профессиональный контрстрайковский раш. Так что, возможно, в этой серии, если что-то пойдет не так, мы этот раш как раз и применим. Ну, вначале предлагаю вскрыть та, которая без света. Ну, давай. Потому что как будто там что-то вообще, знаешь, давно не использовалось, нафиг никому не надо. Что даже аж лампочку не заменили. Так. Так, короче, тут нет даже. А, ее даже просто не разместили, я понял.
Ну так точно, да. Максимально тыркой. Теневой вход. Уже половина. Уже практически вот прям сейчас, вот, вот еще чуть-чуть совсем наверх, наверх, вниз, вправо, влево. Ага. Все-таки мы не угадали с дверью. А что, подожди. Заново начнем, бля? Давай, да, быстренько заново начнем. Воут ту рестарт. Только смотри, в чем проблема. То есть здесь, блин, дверь. Под сигнализацией. Ой, я, кстати, забыл все взять-то. Подожди, а ты когда взломал, она не горела красным, этот замочек? Не обратил внимания, по-моему, нет. Просто тут, если типа сигнализации нет, то беленьким, если есть, то красненьким, сейчас посмотрю. Давай. Я просто тебе не рассказал про это, как бы, но... Ну да, немножечко упустили этот момент, но вроде нет. А может, сейчас да. Посмотрим. Опа, охранник. Чё, где? Ну там он стоял за стеночкой. Так, берем отверточку. А, ну да, она красная, ты прав. Красным? Угу. А вот здесь? А здесь белая. Ну вот. Мое чутье меня подвело. В итоге так, нужно заходить там, где подсвечено. Ну, юз. Давай. Слушай, да, реально, право, лево, вверх, вниз. Это прям самая классная нормальная тактика. Нормальная тактика, да? Угу. Так, ну естественно, пока что мы это все взламываем, не забывайте про большие пальцы вверх, а также комментарии. Как вообще игрушка. И колокольчики, естественно, тоже, да. И подписочки тоже на все ссылочки из описания. Открываем. Somebody. Нормально? Тут столовка, столовка. Такие мраморные полы. Тихо. Нормально, нормально. Камер нет, хорошо. Так, да, посмотри. Полы классные. Нам нужно зеленую ключ-карту найти, короче, по заданию. Mm-hmm. И вот, смотри, есть штучка для телефончика. Да, и, собственно, что, это давай. Да? Ты готов? Я открываю, а ты делаешь. Давай. Ох, ты тут уже дал прям большой, слушай. Да, и могут быть камеры. Ох, там чел ходит. Но там по-любому, ходит. Мне кажется, его снимают, поэтому... Нужно. Ой, как-то... мужик стоит. А нельзя мужика стырить? Да, может он даже... Блин, я думаю, там камеры есть. Их очень много. Стремно. Сейчас он обратно пойдет на спальню. Тихо-тихо, он сюда идет. Что-то. Надо понять, куда он идет. Ну, то есть, и какая зона сюда, того, что он нас палит? Тихо. Ну вот он палит меня прям аж сюда. Не-не, он заходит, где он за угол, слева. Слева зашел за угол. А там есть куда зайти? Ну да. Ой, тихо, еще один идет. Слушай, что-то стрёмно как-то. Один прям сюда как будто идет. Да, тихо, сюда идет. Аккуратно. Может закрыться? Вон встал, видишь? Видишь, смотри. Смотри, видишь. Ой, дурачок. Ой, еще один сюда идет. Закрываешь? Давай. Ты видел, он сюда прям прошел? Ну да. Надо бы его убрать. И возможно... Я погнал. Давай. Тихо. Возьми труп. Взял. Утаскиваем. Отлично. Блин, а кепку надо забрать? И пистолет? Думаю, да. Ну, не, нельзя. А, они не берутся, окей. Закрываемся. У него карты не было? Нет. Так я прям вот сюда, за столик. Типа он просто поел... сэндвич и упал. И решил отдохнуть, да. Так, ну, смотри, одного мы уже минуснули. Так странно. Зомби. Зомби-охранник, реально. Так, где еще? Там еще один ходил, аккуратно. Кстати, я пока камер не вижу. О, а тут смотри, бейсмент, подвал. Отвертка где? Погнали. В подвале там, небось, какой-нибудь точно этот, как его. Тут так важное. Да, тут так камеру иногда вводят, когда ты в прицеле ходишь, просто жесть. А ты можешь смотреть за охранником, который ты ходишь, чтобы он меня не спалил? Ну, один идет к нам. Да, я... Уходить? Нет, стой. Делай. Я уже ушел. Ну, я буду сейчас его так проверять. Я еще буду орать. Давай. Да, уходим. Пришел, к сожалению. Но у него маршрут нормально такой, что он останавливается там, ждет еще сколько-то, и потом уже к нам идет. То есть у него, видать, несколько точек, где он просто стоит и патрулирует. И мы, в принципе, очень даже можем успеть. Да. Еще интересно, если тут что-то кроме Мона Лизы, то есть как бы другие картины можно тырить или... Все? Ой. Че? Ну, пока никого. Ты так ой сказал, как будто мы все плохо. Ну, меня пытались... Блин, у меня отвертка выпала из руки. Чич. Пытаемся. Тихо. Так, камера слева. Два дурачка вот там патрулируют. Кстати, взломал. Взломал. Лучший. Заходим. Открывай. Тут никого. Ты закрой дверку. Идем в подвал.
Отвертка тут скинулась, что? Угу. Аккуратно с камерами. Ни хрена себе подвал, тут камера. Она крутится или нет? Походу нет. Проходим. Стелс. Не, крутится. О, крутится! Тихо. Так, пока она... Я сюда газанул. Может, тут что-то покрутить надо, вентиль или нет? Не-не. Тихо-тихо-тихо. Аккуратно. Палят. А там что-то дверь, ты не видел? Там с табличка какой-то, я не обратил внимания, но вроде да. Блин, сюда ключ-карта нужна, мы сюда рано пришли. Надо найти ключ-карту. Сейчас тогда надо, чтобы она отвернулась. Угу. Ну окей, будем знать, сюда, короче... А, здесь красота. Сигнализация находится. Да. То есть сюда потом. Так. Блин, что тут может охранник стать, кстати. Он что-то ходит. Давай, открывай, сейчас жестко его вынесу. Так, а ты знаешь, куда телефон нести? Нет, действительно, это беда. Открыл. Его нет. Справа, оп. А двери он открыты, ушел. Они палят, интересно? Походу, нет. Тогда хорошо. Давай сюда. Давай. Тихо. Камера. Вон она. Вижу. Тут что, пустой кабинет просто, что ли? Походу. Тихо. А, нет, смотри, тут катаны самурайские древние стоят. Чувак, меня чуть не спалили, это жесть. Я в самый последний момент убежал. Она прям тут. Короче, древняя самурайская катана стоит. Ну и брать ее пока мы не будем, потому что сигнализация, да. Логично. Блин, я... Закрою дверку на всякий пожар. Выходи теперь. Я просто, у меня уже практически вся эта полоска камеры заполнилась. Я убежал в последний момент, жесть. Так. Нам нужно бы найти, куда охранник телефон. Оп. Ну. Чё? Что, погнали? Хэдшотики. Работает без нас, пацаны. Окей. Значит, он налет на галерею. Да, возможно... Катаны бери. Возможно, в этом есть смысл, потому что теперь мы можем полностью осмотреть локацию, понять вообще, что куда. А, катаны взять нельзя. Зря ходили сюда ж. А картину можно? Вот я какую-то снял, но она что-то стоит, интересно, или нет? Какую снял? Ну вон, который на поле. Но это не так. Мона Лиза, нам нужна Мона Лиза. Блин, тут так дохрена охраны и так дохрена всего, что вообще происходит. Да, это очень большой уровень. Так, надо следить за... Оп, охрана приехала. Ну и к шон тоже нормально. С прицелом вообще удобно, слушай. Ломает! Что ломает? Сломал. Да все, он починил. Предохранись. Капец. Надо защищать его. Ты видел физику разрушения дверей, нифига? Да, видишь? Надо вот это защищать. Чтобы он сюда не подошел? Да. Окей. Это пока лохи идут такие. Ой, я через стекла, кстати, стреляю, нормально. В смысле ты выжил? Но это ненадолго. О, еще охранник бежит. О, он уже спецназ приехал. Ну, нам жопа. Да не, нормально. Хотя тут медиум, по идее, типа, тут может быть посложнее что-то будет. Какой-нибудь бульдозер приедет сейчас. Да, это будет жестко. Но самое интересное, что Мона Лиза-то я что-то не вижу. Она, мне кажется, какой-нибудь там хранилище секрет там где-нибудь. Скорее всего, да. Нам нужно еще... Слушай, и каждый кабинет вот этот вот, каждый зал, он закрыт отверткой, прикинь. Так, вот это... Надо дрель. А, ну надо это туалет. Дрель. Да, дрель, кстати, нормально будет. Сбегаешь? Слышь, ты прям парадный вход. Сейчас я защищу эту хрень, чтобы... Через надо, парадный вход с дрелью, да? Ну да, просто парадный вход ближе всего. Мне нравится, как у эмки вообще отдачи нет. Причем тут есть всякие штуки, на которые уменьшают отдачу, по идее. Да, прокачка еще. Куда еще меньше-то? Так. Я еще один этот пауэрбокс уничтожаю. Хорош. Вот можно в сортире засесть. Да, сортир я открыл, кстати. Так, патрошки. Называй про патроны так, тоже. Так, ладно, я за дрелью побежал. Давай. Ты прикрывай тогда этот пауэрбокс, окей? Я сейчас попытаюсь понять, откуда ты выбежал. Там около туалета. Вижу, да. Не надо. Чел чуть-чуть его сейчас не взломал. Окей, пока так, что у нас сумки держимся. Вообще все, которые мы хранили. Но мы вроде одну взяли только. Ты ее взял. Окей, ладно, я побежал. А, остальные в фургоне должны быть. Окей. Так, Миш, мне нужно прикрытие на улице. Бегу. А мне стреляют, я дрель несу. О, нет, ладно, стой, отмена, там сзади к нам это, бегут к нашей... Вынес. Да. Нормально. Еще, так, я дреблю в эти двери. Очень много пацанов. Дрелю. А патроны-то кончились у меня. Надо брать.
Я стрелю, Миш. Чувак, здесь пришел какой-то заряженный. Где? Тот самый танк. У ресепшена. Ты видишь? Он с броней. Пляй. А у меня патроны кончились. Это бульдозер. Да, это бульдозер. Подбирай. Он беру, к тебе беру, идет. Беру. Так, здорово, братан. Как дела? Надо его вынести. Он очень мощный. Стреляю. Я его в башню стреляю. У меня внезапно отдача появилась. Почему нет? Я упал. А, нет. Не падай. Сколько в тебе хп-то, дружище? Все, минус. Все, умер. И, блин, с него бы хотя бы что-то выпало. А тут нифига. Вот, починил пауэрбокс. Свиздец. Но это бульдозер, мы отвлеклись на него. Так, у меня снова патрон нет. Я дрелю. Опять. Так, у меня патрон нет. Бегай, подбирай. Дрели. Кстати, Ярик, у меня все плохо с хпшками. Я уже в красной зоне. Да, тебе полечи-то. Иди сюда. Ща. Иди ко мне. Давай. Тут засядем. Как полечиться? А, само? Да, само. Хорошее, кстати, место. Только тут тоже все двери закрыты. Дрели. А там, кстати, пауэрбокс за стеной. Я дрелю опять. Давай. Там вроде еще один бульдозер. Еще один? По-моему, да. Если он нас тут зажмет, будет прикольно. И мне показалось. Не, показалось. Нормально, пока работаем. Так, я пауэрбокс ломаю. Давай. Так, я все патрошки собрал. Как будто в предыдущей миссии патронов дропалось больше. Хотя чуваков здесь и так дофига. Странно. Тут менеджер, подожди, еще надо сломать. Музяк хороший. Ну это же сложности побольше, видишь, так что... Да, здесь нужно экономить. Жестко по хэшочкам. Жалко, что нельзя сумки с патронами таскать. Да, тут было бы. Есть скиллы, типа, которые, знаешь, трата патрона уменьшается и так далее. Но я бы вкачал обязательно. А ты не вкачал сейчас? Сейчас я вкачал 20% быстрее регенерация. Ага, нормально. Тоже полезно. Блин, я карту от хранилища нашел. Но нам уже не нужна она. Ну, в принципе, да. А ты что, полечился уже? Ну, в принципе, да. В принципе, я тут бегу. Жалко, гранаток нет. С хаешками было вообще веселее. Ух, блин, по мне из окна стреляют, охренеть. Да, аккуратно. Так, нужно последний пауэрбокс, он на том конце находится. Мы должны его уничтожить или защитить? Ну, он уничтожается, типа, ну, процесс уничтожения, короче. А, они его чинят. Да. А я думал наоборот. Я думал, что мы должны его защитить, а они его ломают. Ой, ты смотри, это же картина Крик. Слышишь, почти что? Да, реально. Прикольно. Читовик, спасибо. Вынес. На превьюшку. Вот, вот здесь. Ага. Отлично. Защищаем здесь. А что нам это дает? А, ну, сегментация включается. А, понял. Слушай, давай искать реально Монолизу, я вообще не понимаю, где она может быть. Так, а вот здесь, смотри, вот. А, действительно. А дрель там у нас вообще... фургончик есть, близко, да? Не в фургоне, а тут у меня. А, уже здесь? Там еще какие-то, видишь, другие картины, не только Мона Лиза. Угу. Блин, пауэрбокс починили, Миш. Да ё-моё. Пацаны, ну вас очень много. Тихо. Я хорошо. Пока этот главный вход пробурю. Давай. Запустишь пауэрбокс, да? Да. Я прибежал сюда. Угу. Отлично. Так, чего, просто рукой? А, ну да. Так, щитовик идет. Вижу. Фигач. Хорош. Все, давай, защищаем вместе. Стоим. Я там пробурил главный замок. Я немножко патрон возьму. Давай. Ой! И что, эта штука открыта уже? Нет. Там... Говно, у меня патроны кончились. Я вынес. Красава. У меня патроны кончились, только вижу. Так. Умрите, твари. Бери. Лутай потрошки. Да, так, в касочке пришел. Это уже спецназ. Тихо. Еще бежит. Дурачок. Убил. Нормально. Пацаны, ну серьезно. Вам не надоело тут? Фигач. Положили. Давайте, может, это, ну, все по домам. Да, расходимся. Так, еще патроны. Мы сдаваться не планируем, ёп. Конечно, мы пришли за искусством. Так, еще один бежит, программист этот. Просто нам хочется дома картину повесить. Ну как бы мы решили, какая картина нужна. На Мона Лиза, конечно. Чё? Да. Все, открылась, Миш. Бегу. Смотри, тут видишь какие-то статуэтки, которые надо в сумку положить. Так, я закрылся. Старые. А вон Мона Лиза. А вон и Мона Лиза, вижу, да. Так, нам снова дрель нужна. В сумку. А дрель?
Может, с Монолизы начнем? Да, давай. Перед первой дверью или вот здесь дверью. Сейчас я возьму. Давай. Так, ты сейчас бури, я прикрываю. Я бурю. Пацаны сами за собой двери закрывают, молодцы. Культурные. Опа, 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 опа. Ворвались. Так, с патронами все плохо. Пацаны, ну не мешайте. Что? Получилось? Хорош. Тут что-то, какие-то говняшки, какие-то статуэтки. Просто нахрен расстрелял картину такой. Я понес. До свидания. Я бегу, 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 бегу. Патроны кончились. Так, мне дверь закрыли. Ага. И сумку возьми на обратном пути, сумку возьми на обратном пути. Окей, окей. В идеальном сохране просто наша Мона Лиза. Просто два раза упала, пошваляли, да, из эмочки по ней. Так, где наш грузовик, блин? А, вижу. Слева от входа. Да-да-да. Несем. Сейчас сразу миллиард на балансе. Сколько Мона Лиза стоит, да, реально? Смотрим. 45 тысяч. Неплохо. Так тут еще и второй этаж есть, слышь? Да? Да. А зачем он нам... И там тоже какой-то... И там тоже какие-то... Знаешь, что мне кажется? Если бы у нас был скилл взламывания стекла, возможно, он тут есть, то мы бы смогли это сделать через вот тот подсад, сумку который мы взял? В самом начале видели. Блин, забыл. Ладно, бегу. Погнали. Сейчас, я вернусь. Просто считай, их меня отвлек, дурак, блин. По ногам шмаляем. Я сумку заднего входа тоже возьму. Ага. Там еще второй этаж, можно тоже что-то взломать. Надо будет туда заглянуть тоже. Да, сходим сейчас. Ух, ни хрена тут чуваков, штурм, подожди, мне сейчас это... Меня сейчас не вариант в сумку идти. Блин, они в сумку не вмещаются, еще по одному надо выносить, Миш. Реально? Да. Прикол. Охренеть тут чуваков. Да, очень много штурм началось. Я какую-то каменную говнохрень несу. Неси. Которая нахрен никому не нужна, но стоит много денег. Угу, понял, принял. Может, какие-то поместить в сумку, но вот эта хрень не вместилась. А, что вообще никогда так, не стоит. Так, еще один бульдозер пришел. Фигню стоит? Может, ну ее нафиг тогда? Да не, надо все вынести, раз дают. Я бульдозера захреначу пока. Да, просто если что? Каждую эту реликвию мы будем выносить по одному. Да не, ну наверное. Можно в сумку. Может, какая-то тележка есть тоже. Надо бульдозер, умри! Помочь? Так, ну значит, с хранилищами надо что-то нести. Так, ну возьму. Вот золотое яйцо я взял какое-то. Я сдохну. Беги. Не, профессионально сдохну, кстати. А. Прям реально? Ну, это да, в плане у меня прям вообще хп нет. Так, дурачок бежит, который ставит. А я бульдозера вынес. Нормально. Красава. Ты его очень жестко накоцал, я просто добил. Да, накоцал. Так, я пока яйцо сразу взломаю. Давай. Я пока подожду просто на первом. Да, без яйца как-то грустно. Погнали. 49 тысяч. Да, может... Тут минимальная награда 90 написали. Кажется, у нас 40, так что надо... Да, что очень мало. Стремиться. Я думал, Мона Лиза больше даст. Проверяем, сколько стоит яйцо. О, ни хрена себе, 10 тысяч яйцо стоит. Нормально. Слушай, это того стоит. Охренеть, второй этаж просто ни хрена нет. Смысла нет. Да? Пойти. Ну, да. Скорее всего, нужен реально для того, чтобы просто по стелсу через него залазить. Возможно, да. Но я возвращаюсь за еще одним золотым яйцом. 10 тысяч, это нормально вообще. А вот какие-то золотые кошечки тоже возьмем. Пока что штурм не начался, надо таскать. А, тут тележка есть, Миш. О, это хорошо. Грузите тогда на тележку, сейчас повезем ее. Да. Ой, пацаны. Так, меня долбят. Меня жестко долбят, а я фургончик бегу. Я всех отвлекаю, Ярик. Сейчас все на мне. У меня просто патрон нет. Ладно, я вряд ли сейчас выстрелю. Хорошо. И все у фургона. Так, я тележку везу. Отлично. Красава. Я как раз всех забайтил, отвлек. Нет, по мне стреляют. Нормально. А, там еще кто-то есть, значит. Тут дохрена народу. Я у входа. Вези. Ты куда? Ты где? Да я не везу, по мне стреляют, я еще не все взял. А, понял. Нормально. Отбился. Они опять дверь закрыли, серьезно? Я складываю потихоньку все каменные штучки на... А ты где, на первом этаже? Да, на первом. А, я вижу, вот, здорово. Так, это мы тоже кладем. Кладем. А, да? Плохо положил. Да ё-моё. Я возьму. Давай. Здорово, чел, как дела? Еще один. Тоже плохо положил. Зачем они за собой закрывают двери, я не понимаю. Положись нормально. Что-то сложнее было ходить. Она не кладется. Так, я с чуваками тут это... Нормально, расправился.
меня подружки есть, могу прикрывать жестко. Миш, я в тиге сейчас буду. Это дженга, это просто дженга. Собака. Все, так, это есть, и вот последняя хреновина. Сейчас ты берешь тележку, и все просто разлетается. Да почему? Куда ты летишь? Все, короче, я повез это в руках понесем. Давай. Поехал. Да. Лежи ровно, ё-моё. Так, а я в руки реально несу. Все, лезу. Вот знали ли создатели этих шедевров, что когда-нибудь они настолько эпично будут перемещаться? Из галереи просто в фургончик. Да. Так, ну еще что-то 1005, по-моему, принес. Слушай, нормально, солидно едешь. Едет 4 штучки. Одна, по-моему, золотая, слава. Вот золотая много дает, кстати. Яйцо в тот раз тоже было. 101. Слушай, неплохо, 101 тысяча. Это пока рекорд. Слушай, мне там еще одна дверь смущает, она написана до сих пор Power Lock. Что с ней делать, я не знаю. Давай подумаем. Время, в принципе, есть. Так, мы все собрали, да? Что такое? Я уже думал, что меня убили, нет. А если тебя убивают, воскресить никак нельзя? Мы же что, не погибали? Ну да. Вот смотри, вот здесь вот видишь? Смотри. Вот здесь. Вот это. Ее не открыть, потому что power locked. Что с этим делать? А как этот power включить, да, интересно. А в security не может быть какой-то... А мы туда уже не... А, может, потом. Ну, попробуй. Нам нужна дрель. Где у тебя дрель? Дрель где-то на втором этаже валяется. Я побежал. Сейчас пробуем взломать. Давай. И там как раз... Ага, вижу дрель. Ну да, второй этаж, по сути, беспонтовый. Но я так понимаю, что он реально нужен, чтобы как-то туда попасть. Типа, чтобы мы могли там со второго этажа как-то проникнуть в эту картинную галерею. Да, скорее всего. Как это, миссия невыполнима на веревочке. Тун-тун-тун. Да. Все, отлично. Блин, нереально. Что, ты открыл? Да. Но тут, к сожалению, только камера. Здесь никакого рычага. Блин, вот непонятно, что делать. Ничего такого нет, да. То есть телефон, гаджет. И штука, чтобы обезвредить чувака. Ну что, валим или как? Я думаю, да, потому что, ну, по сути, мы все посмотрели. Слушай, можно еще, знаешь, что сделать, Ярик? Можно еще с дрелью сбегать все-таки в подвал? Ну что, прям максимально все изучить. Так, там ключ-карта нужна, а не дрель. А, да? А я не нашел, до сих пор не находил ее. Ну тогда валим, тогда точно валим. Так, я еще раз посмотрю. Да, тут утилили. Блин, возможно, тут что-то... Но... Слушай, а мне вот интересно, мы же потом будем играть в симулятор повара, а вот там, типа, тоже стелс и не стелс? Или как это будет работать? Да нет, там готовить надо. Ну, то есть там получается только один режим. В этом плане. Ну, раз это не шутан, то да, в принципе, логично. Окей, валим. Да, валим. Пока-пока. Едем на валике. Я так чисто с пацанами. Все, Миш, давай оставайся, я поехал. Пока-пока. А я не могу дожать, кстати. А все, меня ждем. А вот теперь можешь. Поехали. У картины такая, здравствуйте. Угу. Итого 101 тысяча зелени. Сколько опыта дали? 5-й уровень у меня. Хорош. А у меня 4.5. А проходили мы это все за сколько? Не обратил внимания? Че по времени? Нет. Ну ладно, 115 тысяч на балансе, и мы можем, наверное, стартовать нашу следующую каточку на карте, которая называется Люнденбург Ликерс. Че это какой-то... Хард сложность. Это хард сложность, между прочим, да. Это хард сложность. Yes. И это какой-то ликероводочный завод. Ну, который... судя по всему, раз там хард, там может быть не только ликер и водка. Да. Так это все владельцы-то мажоры подобных штук-то. Такс, я нажимаю play, нажимаю ready. Слушай, реально можем стартовать? Подожди. Чем? Прокачаться что-то можно, мне нет. Вот Survivor. А, кстати, плюс я тоже прокачаюсь. Можно эмочку прокачать. А, подожди, у меня же... А, 5-й уровень нет, автоматов пока никаких не открылось новых. Я так понял, стелс, можно прокачать вот эту вот камера Dodger, она типа на 15% будет дольше тебя обнаруживать. Да. Это я так уже прокачал. Слушай, я могу себе еще вкачать. Кстати, давай лучше камеру. Камеру, мне кажется, полезнее мне сейчас будет, чем хпшки. С хпшками я, в принципе, не страдаю. И на 40 тысяч еще глушитель на эмочку, да? Мне кажется, оно нам надо. Сколько он там стоил? Как раз-таки 20-очка хватает.
Либо же улучшенный магазин, интересно. Не, давай лучше глушак. Глушак, опять же, более полезная вещь, как мне кажется. Я нажимаю ready и готов, в принципе, стартовать. Погнали. Нашу следующую миссию. Тут мы также действуем по классике. Здравствуйте. Стартовали. Осматриваемся сначала. Осматриваемся, конечно же, и потом пытаемся... Слушай, огроменное здание. Нормальный движ такой. Здравствуйте. Это такое, это прям элитный, элитный. Да. Клуб любителей ликера. Каждую бутылку брать или что? Походу, да. И видишь, тут вообще... всякие папиросы. Это что, там каждую сикару и каждую бутылку складываешь, что-то закрепёшь? Да, слушай, действительно. А тут бочечки есть. Мне кажется, бочками можно просто... Просто... О, смотри, тут сейф. Уверенно. Да, и сейф. Вайн... А, типа, дорогое вино. Да-да-да, которое там 100-летней выдержки. Вот это все. Какие-то энергосы есть, смотри-ка. Энергосы, сигареты, осуждаем. Бутылку взять... Не бери, потому что тебя палить сразу начинают. Нет, смотри, я взял, нормально все. Ну, охранник, имею в виду. Ага. Ладно, поставлю обратно. Я посмотрю, что тут с заднего входа есть. Давай. Да, тут охранник. Коробки. Ага, тут вот есть дверка с камерой. Камера. Камера? Да. На заднем дворе? Подожди, тут есть какой-то переключатель. Его можно... Нормально тебе полицейский не палит. Я его опустил. Ага. Что произошло, непонятно. Вот, смотри, тут видишь, два входа. Но у нас ачивка Disable the Alarm. Возможно, ты это и сделал. А, да? Отключу сигнализацию, а может и нет, не знаю. Ну так, типа, прям с улицы просто... Ну... Рандомный бомж такой. Согласен, это странно. Вот тут, по идее, можно уже, ну, дверку отворить. Да. А камера работает? Так, уходим. Ну, я думаю, да. Да-да-да, работает. Не спалил. А охранник тебя не палит? То, что ты здесь? А, ну мы же это, без всяких масок. С улицы, да, мы без масок. Угу. По идее, надо бы как-то взломать потихонечку дверочку, пока он не палит. Я возьму отвертку, не буду. Кстати, вот здесь тоже есть одна дверь. Mm-hmm. И вот так, ее взламывать можно вообще на изи, мне кажется. А где машина? Я пока не буду маску надевать, короче, возьму просто отвертку и поковыряюсь в заботчике. Давай-давай. Скажем так. Давай с этой начнем, которая... А! Что такое? Отверткой палит уже, прикинь. А-а-а. Ничего себе. Оказалось бы, ты там... просто, блин, рабочий, который... Ага. Ну, с эмкой тоже палит. Ну, это логично. Да. Так, я поковыряю дверку пока. С эмкой вообще спереди лучше не подходить. Тут охранник сразу, здравствуйте. Чё у тебя, как там ковыряние происходит, нормально? Ковырял успешно. Извините. Лестница на второй этаж. А, меня не спалили? Походу, слышь, спали. Мишань, иди сюда. Чё такое? А, я не могу, я уже оделся. Ты через задний вход, да? Ну, через заднюю сторону, да? А, через заднюю сейчас пройду, секунду. Только там аккуратно охранник на тебя идет. Да-да-да, вижу. Подождем немножечко. Ты не пались, я, короче, открою дверь, если там есть куда воткнуть телефон, то ты его сразу грохнешь. Ой, бля, тут. Это не я, отвертки у меня в руке не было, вам показалось. Только он сейчас туда дальше к тебе пойдет. Ага, я ушел. Че, я дверь сломаю, посмотрю, если там есть, то тогда... Давай-давай-давай. Так, пока что меня здесь прессуют. Охренеть, с всех сторон прессуют. Я в фургон пошел. Здесь я в безопасности. Ты его только это, говори, когда он обратно ко мне пойдет, окей? Ну окей, буду палить сейчас. У меня фургон чем-то на фасмофобию похож, кстати. Такой тоже. Что, он опять во двор пойдет, скажешь? Идет к тебе. Да ё-моё. Чуть спалил, господи. Прям вот микро-миллисекунда. Вот у меня так было в предыдущей миссии тоже. Только там с камерами было. Я замок никак не сломать не могу, у меня... Ну я что, его вырублю, нормально. Тихо. Ждем. Хорош. Блин, вот заходим? Непонятно. Давай, тихо, давай вместе пойдем. Давай. Тихо, стой. Открой дверь, я за отверткой зайду. Стой, нет, не открывай, открывай. Что происходит? Охранник, не открывай. Я хочу утилити взломать тоже. Ну давай. Ты пока у нас один, это как его? Типа... Вооружён? Засланный казачок такой, да. Открывай. Я ушел. Секунду. Ну, алло. Открываю. Здравствуйте. Закрывай. Тихо. Так, утилити. Давай. Я чисто, знаешь, такой на стрёме, на шухере. Мы, правда, не посмотрели зеленую штучку для телефона.
Ну, мы тогда не будем пока его убивать, того, кто и на улице. Нет, а если в утилите кто-то сидит? Ну, тогда будем уже... Ты готов? Да. Подожди, что не стреляй сразу, прям, если он не палит. А. Окей. А, так это сигнализация. Да, все вырубили. Ну, я... Так, теперь надо камеру найти. Погнали наверх. Это потихонечку вверх, давай погнали. Посмотрим, аккуратно. Что здесь. Аккуратно, только аккуратно. Так, стой, стой, стой. Только ты сможешь связать и заложник. Давай вот в эту левую дверь. Давай. Аккуратно. Либо врубай, либо связываю. Да. Тихо. Никого. Пончик берем. И уезжаем. Это достаточно, в принципе. Security. Это надо взламывать. Нет? Просто открыть? Нет, подожди, стой. Но я его выношу уже. Если он не палит, не выноси, сначала смотрись. Хорошо. Если там... Так, не палит. Есть ли тут? Да, есть. Вот здесь, сзади, за дверью прям. Да-да-да. Чпоинг. Погнали. Пик. Хорошо. Пик. Так, жестко я ему, конечно, вон тапнул. Так, что по камерам? На втором этаже стоят чуваки и залипают куда-то в стенку. Что такое? Камера 4, посмотри. Ой, нормально. Ячеечки. Какие-то, да, ячеечки. О, можно на крышу вообще выйти. А зачем? Камера 5, чувак ходит. Кстати, подожди, а зачем? Через крышу войти как-нибудь. Куда? Подожди, а тут вот эти окна, видишь, тут же нет прохода. То есть только через крышу можно попасть. Ну да. А там кто-то есть? А если я сломаю все? Не надо, вот окно открыто. А, окей. Заходим аккуратно. Здравствуйте. Только давай ты первый, иди вот сюда. Да, если что, юсп наготове. Пока никого. Давай левую дверь сначала, левую дверь. Давай. Раз, два. Это ванная. А там дальше? Прикинь, тут кто там мылся бы сейчас. А прикинь, ты просто квартира чья-то, типа, на крыше этого дома. Слышишь, блядь, так, слышишь? Типа, вот кухня. Ну да. То есть, типа, а, тут камера, слышишь? Это от сейфа. Берем. Это, видимо, тут квартира сразу владельца, типа, он прям над магазином живет. Угу. Хорошо удобно. Устроился. Там, значит, владелец, может быть, аккуратно. Открывай. Возьми юсп. Тихо. Ну, просто спальня, никого. Ну да, ты прав, он прям живет над своим магазином. Так, а там как раз лестница вниз, которую я открыл. Окей. Да. И дом, получается, хозяина не было. Ну да. Зато карта есть дома. Давай дверь закрой на всякий пожарный. Я пойду, кажется, обратно. Как обратно? Вот. Пойдем. Через окно? Оп. Да, смотри, короче, проблема теперь в том, что там снизу до хрена охранников. Угу. Давай-ка так сделаем. Так. Дружок. Я, короче, пока останусь без маски, мы надо, короче, я тебе буду говорить, кого устранять и где есть эти держатели для телефонов. Хорошо. Так, только смотри, тут же охранник, да? Да. На улице ходит. А тут у нас где-то есть что-то или нет? Куда можно? Тебя только опять стало что-то плохо слышно как-то. Плохо слышно, так. Во-во-во. Поближе. Прием. Тут есть где пикнуть, интересно, или нет? Вроде только один был, и мы его использовали. Блин. Так, ну там охранник. Тогда стой тут пока. Стою. Я пока пойду... Блять, он прям тут. Я могу жестко с крыши кого-нибудь ваншотнуть. Не-не-не. Тихо. Раздать стиля. Подожди, интересно, если я при всех, типа, открою хранилище без маски, это будет подозрительно? Мне кажется, да. Я, конечно, не уверен. А, подожди. Тут еще... А, так, где отвертка? Подожди, куда я ее делал? А, нет, тут, это карта. Тут еще вот в подвале какая-то дверка есть. Вот отвертка, нашел. Несу. Смотри, как охранник идет. О, нет. Тебя вынести? Его вынести? Да все. Бывает. Блин, я открыл дверь, и он спалил-то. Да, причем прибежал вообще он оттуда аж. Так странно. Так, ну, ломай, короче, коробки опять предохранительные. Вон там подсвечиваются, я пока... Блин, мы так близко были, обидно. Да. Опять же, процентов на 70. Мне кажется, мы прошли. Ну, ты тупанул, что я дверь закрыть хотел. Угу. Блин, ну просто чувак, вот, типа, дверь на улицу открыта, как бы, ну, я просто закрою, чтобы не надувало, что такого-то. Сразу подозревание-то. Вообще. Какие-то. Странные люди. Просто так, ходит без оружия, без всего. Я пока что всех свяжу. Так, посетители, не переживайте, все нормально. А, сюда вход. Ну да. Так, я тогда пойду. Эй, нашу предохранительную коробку сломали, слышь. Опять? Да, я, кстати, пойду за оружием, пожалуйста. Здравствуйте. Пацаны, ну вас вообще никто не ждал, если честно. Так, я пойду, кстати, проверю вообще, вот если виски просто взять, оно типа считается как что-то полезное. Да, и сколько стоит, вот, сразу, допустим, проверь. Люблю Джек Дэниелс, пойду возьму. Сами осуждаем алкоголь и алкоголь. Конечно, мы за спорт. Не, это просто так, чисто, знаешь, для себя. Ну да. Что-то стоит. Да, главное, все-таки в сейфе будет. Окей.
Блин, ну вот хард, но мы почти прошли, в принципе. Угу. Не, действовали слаженно, хорошо, правильно. Но вот подстава с охранником, который решил вдруг прибежать, это, конечно, да, обидно. Ну ничего, зато пройдем парашу. Парашу? Парашу. Опять эту парашу проходить, да что ж такое? Я думал, после ПД мы уже ничего не будем проходить. С парашей оказывается снова. Винишко возьму тоже, Миша. Давай, давай, давай. Тоже для себя, да? Ну не, ну знаешь, там чисто... Ну, чисто так, после тяжелого рабочего дня. А вино 500 рублей стоит, слышишь? 500? Нормально. Так давай, может, покидать. А нельзя сразу бочку запихнуть просто к нам? Было бы здорово. Блин, я бочку не подниму, к сожалению. Так, я занимаюсь пока что щитками. А вино... Вот жалко, что нельзя реально этим ящиком, типа, бочку нести. Mm-hmm. Так, что мы взломаем? Клешка здесь может есть. Нам нужна дрель. Кого? Зачем? Чтобы хранилище взломать. Так надо сначала эти пауэры эти отключить. А, понял, ждем. Блин, а вот это, допустим, что-нибудь стоит? Типа джин стоит, допустим. Сейчас узнаем курсы местные. Блин, тут пиво даже каждое можно взять. Подожди, а пиво что-то стоит? Ну, пиво вряд ли. Хотя, не знаю, там 20-летней выдержки пива бывает? Да, пиво ничего не стоит. Пока только вино принесло нам денег, 500 рублей. Окей. Бизнес? Что за бизнес? Ну здесь, кстати, очень хорошо отстреливаться. Они прям с разных сторон бегут. Ты в центре стоишь нормально. Так, пока что наш щиток никто не сломал. Ага, через задний вход они еще заходят. Пацаны, ну это некрасиво, не культурно. Еще один щиток минус. Все? Или еще есть? Так. Секундочку. Пацаны... О, как же их много. Слушай, я, короче, две этих перетаскал. Баклажки? Бутылки вина. Но еще есть, можно уезжать. Ну, в принципе, да. Чисто за двумя бутылками, короче, вина приехали. Да, положили весь спецназ, взяли две бутылочку и в закат. Блин, надо еще, короче, эту коробку взломать вот там на улице. Ой, джаггернаут идет. Точнее, ну... вот этот. Кстати, пойдет еще больше какие-то жестче боссы должны быть, потому что это хард. Куда-то он мимо идет. Круче джаггернаута. А вот, кстати, может это он и есть? Или нет? Но он с пулеметом. Я еще одну коробку прикрываю. Хорош. А у меня патроны кончились. Это проблема. Меня положили! Я умер! В смысле? Вот так. Прям умер? Да. Нет, я тебя могу спасти. Давай. А стрелись там? Ох, блин. Да, джиггернаут жёст. Спасти. Давай! Сколько давай! Давай! Хорош! Да. Убегаем, убегаем, убегаем! У меня патрон нифига нет. Надо отстреливаться, юспом. Лутай, лутай, лутай. Мантим, мантим. Забегай, это что, на второй этаж. Ух, нихрена! Я побежал, я побежал, побежал. На втором этаже можно отстреляться, Миш. Ой, я мирного завалил случайно. Нормально. Да, бегу. Тут уже... У нас тусовка. Сейчас здесь джиггернаут пойдет. Вовремя решил приземлиться. Все, можно пойти дрелить можно. Здорово. Пойду так, на дрель, джиггернаут. Пойду на дрелью. Давай, 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 давай. Залетай сразу на второй этаж, у тебя будет плохо, там можно отстреляться, там узко. Да, окей. Узкие двери. У меня голос сорвался. Ты вообще офигел, что меня завалили. Да, получается, видишь, что можно поднять, но нельзя никак захилиться. Хилка здесь работает просто отходом. У нас спецназ, фургон идет, Ярик. Прикрывай. Миша, прикрывай, сейчас буду. Ты где? Я около сейфа. А, прикрываю. Не падаю. Не падай. Не падаю. Еще. Я упал. Тихо, живем. Поднимаю. Как, что делать? Рукой. Поднимаю. Все под контролем, неси. Работаем. Миша, мне так плохо. Джиггернаут пришел. Не поднял. Да ладно. Серьезно? Да. Все плохо. На второй этаж ныкайся. Сейчас. Надо джиггернаут поднять. Да. Убить. Да сдохни, тварь. Мне мистера Якс надо поднять. Все, отлично. Работаем. Че, как сидишь, нормально? Не добурил. Чуть не добурил. Здравствуйте. Ой, флешлайт. А че ты опять-то не поднял меня? Да как так-то? Так надо зажать. Ты угораешь.
Вот, я понял. В самый последний момент, короче, отжимал два раза подряд, охренеть. У меня просто шкала уже заканчивалась, а анимации твоего подъема не было. Я понял. Да возьми ты дрель, дурак. Так, я немножко дрель залутаюсь. Сломали. Они сломали нормально. У нас дрель вообще самая лучшая, Зеруа Мерлен, это что? Я бурю второй замок. Вечная. Дрель с Валбериса. Дрелю, бурю. Давай. Все, Миш, подходи так к хранилищу. Так, я уже здесь. Сейчас там какой-то вино главное, просто миллиард. Бутылочка такая золотая. Ага. Ой, блин, до хрена бутылок, Миш. Да, я вижу. А смотри, что-то еще надо нажимать. Ты понял? А это есть по стелсу, если проходить. Ну да. Подожди, или нет? Вот, тут красный и синий наверху горит. Красный и синий. А дальше? Дальше все. Еще прикинь, оно самоуничтожится просто. Подожди. Так, ну я пока что справляюсь, нормально. Тут какая-то головоломка, Миш, я не понимаю. Давай, сейчас решу, изи. Прикрывай. А, это нужно, чтобы открыть и решить головоломку? Я, кстати, могу пробурить, у меня же дрель есть. Так, сейчас все решу, не переживай. Так, я что, ячейку открыл? Или нет? Нет. А в чем прикол? Непонятно. Я открыл шестую. Хорош. Короче, надо сумку и бухло брать. Я ничего не понимаю, просто буду прикрывать, если я там пока бури. Бери сумку, бери сумку. Ща. Сумку из фургона? Да, надо бутылки складывать. Я побежал. Я пока открою все. Давай. Бежим. Реально, а что спецназ забыл у нас в фургоне? И тут лежат, отдыхают. Может, они тырят. Хотели, скорее всего, они, да. Могли вернуть. Тырить. Так, левую сторону я все открыл. Может забрать все. Хорош. Но бутылки, скорее всего, нормально должны помещаться в сумке. Ну да. Так, где сумка? Вижу. Погнали. Главное, не разбить бы. Ну да, да. Какой звук у них. Правдоподобный реализм. Бам-бам. Угу. Офигеть, прям реально целое хранилище под бутылки. Ну, какое-нибудь там вино 812 года до хрена стоит. Да. Так, мне больше не помещается. Я понес. Давай. Ух, ё! Последний. Не понес. И замок взламываю. Здорово, пацаны. Они прям ждут, они тоже хотят венца, наверное. Алкаши, блин, вы набежали. Они такие, знаешь, типа, что они не могли ничего взять, потому что денег нет, а теперь как бы мы это все крадем, они это, когда если нас арестуют, то это все вещдоки, они могут это выбить. Да, 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 да. Типа, мы конфискуем, ничего не знаем. Да, да, да. Типа улика, все, до свидания. Угу. Так, все, давай. Я все открыл, пошел тоже за сумкой с тобой. Давай. Так, мне надо еще парочку положить, бутылка, что-то выпало все. Блин, вот была бы тележка, было бы славно. Тележка вообще бы, да, все бы унесли. Так, я понес. Смотрим, давай. Сколько стоит сумка, набитая вот полная этими бутылками. Вина. Да. Что такое, 10 тысяч? 10 тысяч. Как ты угадал, что-то? Ты разбираешься в нынешнем курсе вина, да? Ценообразовании, да. Ну что-то вообще такое себе. Нет, тут правда бутылок до хренища, как бы нам все носить не переносить. Ну да, просто представь, как это по стелсу делать. Как-то мне кажется сомнительно. Ну, слушай, с сумками это тоже на самом деле не особо хороший. А можно ящиками? А нет, ящиками нельзя. Или можно? Блин, он ящик не берет, а жалко. Ящиками вообще было бы нормально. Все, я. Блин, да про эти сумки же разгружать придется. Да, иначе нам не хватит. Еще так, он так бы не поставил перед входом эти свои колючки вонючие. Говнарь. Да. Блин, надо бы сумку ту разгрузить, которую ты принес. Сейчас разгружу. Я как раз здесь. Так, я еще одну несу. Я так классно разгружаю. На, еще одну сумку, я пошел за 18 тысяч. На 8 тысяч принес. Ну как бы такое себе. Да, маловато. Можно было бы еще тут какую-нибудь вон пиццерию по соседству есть. Можно было ее тоже немножечко ограбить. Да там вообще пицца Маргарита. Вот говнари. Миллиарды миллионов. Так. Кладем. Слушай, тут бутылок просто куча. Угу. А меня так, все умер. А, нифига себе, чуваков. С флешлайтами и без. Так, щитовик идет. Нормально, нормально. Не идет.
Сейчас сюда, прикинь, два джаггернаута придет, в чем будем делать. Это вообще плохо будет. Видно Росу Инканто. Ну там, кстати, можно прятаться за стеночкой. Поэтому это не прям... Да бери ты бутылку, дурак. Так. Тут есть с белой пробкой, а есть красная. Интересно, дороже, да. А еще точно такие же бутылки, они вообще не в хранилище, а рядом лежат. Может быть, белые типа дороже? Ну их меньше, кстати. Давай белые таскать. Ну я, если честно, все беру. Ну я тоже. Ну сейчас начну, конечно, с белых, а потом пригодится все. Так, окей. Еще одну сумку заполнил. Хорош. Нам эти колючие проволоку поставили прям в хранилище. Отстой. Ничего, нормально, прорвемся сейчас. Тут уже по-любому здесь, прям вот, ну, на этой миссии, прям в каждую бутылку из, ну, даже из магазина стрел. Какая-нибудь ачивка тебе остается, типа, за это. Блин, не знаю, вопрос. Так, у нас снова спецназовец залез на наш фургон. Я, короче, сумку просто ну, вот, типа, вверх кидаю в фургоне пару раз, чтобы... И она разлетается? Да-да-да, ты тоже так делаешь, пару раз. Ага. Подкидывай ее. Пару слов туда-сюда. Так, берешь. Я чуть не очень получается пока. Ну, у нас уже 52 тысячи, кстати. Там она перевернулась именно. По сходу, там, знаешь, разгона. Разгончик. Тевики ходят. Здорово. А сколько нужно? 90 минимум? 20. А, минимум 20? Можем, по идее, уже типа закончить. Ну, давай еще одну ходочку сделаем, и все. Давай. Я что-то думал, здесь нам опять надо под сотку набирать все. Не, тут каждый миссия 20 можно набрать. Просто меньше денег надо тут. Так, дурачок бежит, который ставит ловушки Джокера. Я чуть не откинулся. Блин, там собака, бутылка не утрамбовалась нижняя. Надо все аккуратно складывать, чтобы побольше вместилось. Тихо. Я пока тут жестко так, работаю. Сюда я взял. Какой же мощный фонарь у него, жесть. Слепит нормально. Да сдохни, ну серьезно. Ну, в принципе, мы уже сколько, 4 помещения полностью очистили. Угу. То есть нам не так много осталось. Так, а где-то еще одна сумка вроде была. Вижу. Отлично. Кладем сумочку. Отлично. Автомобиль. Так. Ну и все. Я думаю, у нас сейчас под 70 тысяч будет. И можно и валить. Так, ну вот там вот, где я только что был, почти все тоже зачистил. Кстати, в принципе, почти все минус. Получается, мы должны были все это дело выносить по стелсу тоже не через главный вход явно. Через вот этот. Ну, вот через задний, через задний. Справа который, да. Не, ну по идее могли всех вообще повязать, я так понимаю. Охранников. Ну и охранников. А, блин, охранников просто... можно вязать все-таки? Да, не, ну в смысле убивать их. Я не вижу. А. Ну, я вообще с завязочкой. У нас пол просто, у нас алкофургон, просто хлоп везде раскидано. Да. Чувак, ко мне джиггернаут пришел. Это где? Это звездец. В хранилище. Где? Сейчас убью. Давай, я отвлекаю, а ты его фигачишь за это. А у меня патрон нет. Блин, жалко ножа тоже нет. Так, он, ему маску снесли, все, найс, минус джиггернаут. Отлично. Все, можем лутаться. Убегать, думаешь? Я взял сумку, я бегу. Там все, больше ничего нету, да, идут? Да. Только меня долбит, прикрывай сзади. Да нормально, ты справишься. Ну, с таким-то тиммейтом, естественно. Просто реально, посмотри, 91 везде тысяча. Везде бухло. Да. Слушай, я сейчас очень хорошо сумку... Да, уезжаем. У нас было 68, я принес стал 91, вообще нормально. Так. Что-то какое-то пенальти нам дали за минус 10. Это что такое? Просто мирного завалили. Фак. Ну ничего. Тем не менее, еще две миссии успешно пройдено. У нас 101 тысяча. Можем, наверное, что-то также прокачать. А, кстати, шишки себе увеличу, потому что нас сегодня все-таки грохнули, к сожалению. Но думаю, что этот скилл... Нет, я его не купил, подожди секундочку, сюда. Ага, хорошо. Отлично, и у меня остался 1600 просто денег. Получается, у нас остается только Orbital Bank,
И все остальные эти уровни в данной игрушке уже за донат. Но опять же, посмотрим на ваш актив, посмотрим на ваши лайки, комментарии. Обязательно оставляйте их по данным видосикам. И если все вам это дело зайдет, то мы посмотрим и на другие вещи. Мне понравилось, мне зашло. Реально круто, что игрушка вносит разнообразие именно в предметах, которые необходимо воровать. То у нас картина Мона Лиза, то у нас бутылки певчанские и все такое. Это действительно круто. Классно, что не только деньги мы должны здесь тырить, а все-таки вот разные такие предметы. И реально, уровни очень классно стилизованы. Музей у нас с вами вообще оказался ночной локацией. И в принципе-то, я думаю, что мы вполне молодцы. Просто жалко, что в самый последний момент что-то шло не по плану. И приходилось врубать уже тот самый раш, о котором мы ранее вам и говорили. Ну, если вам понравился данный видосик, обязательно ставьте ему большой палец вверх. Также не забывайте подписываться на канал, жмать на колокольчик, учать там все уведомления, чтобы в курсе выхода новых видосов. И также подписывайтесь на все ссылочки из описания, в том числе на телеграм-канал, а также на сообщество ВКонтакте. Ну, с вами были Daxter и AX. Всем хорошего настроения, всем удачи и всем пока-пока. Пока-пока. Шпонг это Daxter, шпонг это стиль, это слово в твоей голове. Шпонг это знамя, шпонг это крик, это...